Здравствуйте. Ты будешь одна? Да, я понимаю, кто он должен быть. Собственно, Миша. Мыш? Да, мыш. Не знаю, чья. Ну, давай хоть чью. Делюсь. Мыш? Мерси. Все нормально. Наташенька, как провели новогодние праздники? В компании друзей, с которыми очень приятно, которые меня знают и не спрашивают о гимнастике. А что, разговоры о гимнастике уже порядком надоели? Ну, меня постоянно спрашивают о гимнастике. Почему вернулась в спорт, буду ли я тренироваться, поэтому те, кто меня знает, никогда об этом не спрашивают. Ну, тем не менее, сейчас мы вас об этом спросим. Я знаю. Так почему все-таки было принято такое решение? Ты читал, что вы даже спрятали все свои медали, чтобы больше не вспоминать о гимнастике, и вдруг такое вот решение в Москве поступать? Ну, на самом деле, это достаточно спонтанное решение, потому что я чисто случайно пришла в зал, потому что Ирина Ивановна попросила помочь с маленькими и с собой захватила предметы, просто вспомнить, побросать что-нибудь. И она меня очень долго уговаривала, ну посмотри, ты в хорошей форме, давай попробуем. Я такая, ну зачем вообще, и на чемпионат мира сразу же, было очень мало времени. Она мне дала очень хорошую мотивацию, которая меня безумно подкупила, и ради которой я решила пожертвовать всем и углубиться вот на какой-то промежуток времени в спорт. А если не секрет, что же это? Ага, это секрет. Так, давайте тогда начнем нашу конференцию уже так основательное и какое-нибудь приветственное слово, скажем, нашим читателям, которые сейчас следят за вами, за... Что ж вам сказать? Ну, я очень рада, что, в принципе, когда я заходила на сайт, было очень много вопросов. Я постараюсь на них все ответить. И будем надеяться, что помимо того, как я буду рассказывать, вопросы будут добавляться. Безусловно, так и будет. Так, опять-таки, тот же вопрос, что заставил вас вернуться в национальную сборную. Насколько тяжело далось вам это решение? Решение было принято очень легко и очень быстро. А почему так легко? Потому что была очень хорошая мотивация, которая меня подкупила. А вот интересно, да, вот Ирина Ивановна вас направо пригласила, потому что она, наверное, несколько не уверена в той же Алине Максименко или все-таки вот именно из-за вас? Она меня постоянно, очень часто мне звонила и предлагала вернуться или хотя бы помогать с малышами. Но я все время отнекивалась и уходила от этого вопроса. Я думаю, что немножечко наши малыши не успели подтянуться под нас, поэтому статус гимнастики немножко упал. Хотя я считаю, что на месте Ирины Ивановны нужно рисковать, и спад в гимнастике в любых странах он всегда происходит.
А вот, собственно, в чем, с чем связано то, что у нас произошло такое, как бы, ну, не знаю, легенда, такая пропасть между, вот вами, с Аней, и вдруг вот сейчас вот совершенно вы, девочки, не могут понимаете, мере, мы еще с 2004 года с Аней думали, что мы закончим после Афин. Mm-hmm. Было очень много детей, очень молодых детей, очень перспективных и с безумными данными, которые мы думали, вот-вот, они сейчас нас заменят. И такие, как я и Аня, мы еще остаемся дальше, выступаем, а эти дети не выдерживают такого травмы, кто психологически не выдерживает, кто просто уходит. И поэтому все время так тянули, настолько не было конкуренции. И нам уже было неинтересно, потому что между собой мы конкурировали, но это немножко не то было, потому что когда была Ерофеева, и я была третьим номером, я постоянно вот тянулась, и я вот хотела попасть в эту элиту мировой. Сейчас здесь немножко другими взглядами, и им особо неинтересно. Они, ну, не способны или просто не хотят трудиться так, как трудились мы. Поэтому немножко другое поколение. И вот оно такое серое. Видите какой-то вот выход из такой ситуации? Вот вы уже как бы тоже, наверное, вот пытаетесь, да, с детками маленькими работать, уже новое поколение тренеров. Вот вы видите, как вот исправить, чтобы не было? Это очень многое зависит от тренеров, потому что сейчас нужно всем давать мотивацию. Неважно какая она, хотя бы какая-то элементарная, маленькая, которая будет заинтересовывать детей. Потому что сейчас очень много мест, куда дети просто могут уходить и зарабатывать там деньги. А у нас много вообще школ как бы, гимнастических? Вот, да, вот в принципе попасть к Альбине Николаевне или Ирине Ивановне все хотят стремятся. А вот именно где начинать, вот, чтобы маленькие деточки хотя бы заинтересовались или пошли, или увидели, каково это? Ну, есть достаточно много школ в Киеве, там, где начинают малыши, это, ну, насколько я знаю, по всему Киеву разбросаны. Даже девочки, которые уже заканчивали, они уже открывали или какие-то свои школы, или где-то с кем-то работали. Поэтому там можно, в принципе, начинать. Вот. Скоро у меня можно будет начинать работать. А вы открываете собственную школу? Ну, я буду открывать свою студию. Вот я сейчас и занимаюсь, буду искать, как делать правильно набор детей. Но на данный момент я не хочу заниматься большим спортом. Я хочу развивать просто деток, и чтобы они вырастали красивыми невестами. Но если девочка и их родители захотят какую-то более перспективу идти в большой спорт, просто я буду находить тренеров, куда я смогу передать эту девочку, чтобы она там уже росла, выступала и... Ну, а в перспективе, когда будет открыта эта студия? Ну, вот, в принципе, эта студия уже есть. Она находится на Республиканском стадионе в Олимпийском фитнес-центре. И там есть маленький зальчик, и там очень светлый зал, и зеркала, ковер уже есть. Там уже есть пару деток, там с ними работает Ирина Ковальчук, которая закончила спортивную карьеру. Студия названа моим именем, и вот сейчас я буду искать деток, потому что, когда я вернулась в спорт, я не стала это все продолжать, потому что у меня цели были другие. Но сейчас я как бы думаю или совмещать, или просто полностью углубиться в то, чем я хочу заниматься. А вот, кстати, по поводу мотивации, тут такой достаточно провокационный вопрос. Какая зарплата у вас в сборной сейчас, и какая была у Бессоновой Ани? Я вам скажу честно, моя зарплата после возвращения это составляет 1800 гривен. Это очень смешные деньги, поэтому я не считаю, что на них вообще можно прожить. Но просто в данный момент мне не могли больше платить, так как я не тренировалась. Меня не могли зачислить в комитете на зарплату. Но могу сказать сразу же, что у всех тренеров и гимнасток зарплата, в принципе, точно такая же. Потому что эту зарплату платит комитет, а наша страна больше денег платить не может. Потому что это со всеми моими званиями, с международником, заслуженным, с статусом, это вот такая вот большая зарплата. А про Аню, ну, они спросите сами, какая у меня зарплата была. А какие-нибудь спонсорские? Неужели нет никаких вот платежей таких? Есть спонсорские. Я считаю, что этим должен заниматься главный тренер и находить спонсора, который просто с удовольствием будет помогать гимнастке, которая хочет помочь стране. Так, что у нас еще?
украинские художницы больше никогда не будут всех разрывать на мировом уровне, как это было раньше, или иначе? Есть ли у нас шанс вернуть утраченные позиции? Шанс всегда есть. Просто нужно время и нужно стремление. А если не будет стремления у детей и тренеров ценить своих гимнасток, то, думаю, не скоро гимнастика поднимется над мировым уровнем. А у нас сейчас вот вообще профессиональных тренеров достаточно или вот действительно только вот школа Дерюгиной? Потому что многие очень уезжают за границу тренировать рагби, где-то в Испании, Америке, а у нас тут остаются. Поверьте, что все, кто заканчивает из Украины гимнастики, почему-то никто не остается работать в школе Дерюгиной. Потому что все или уезжают зарабатывать деньги, или всем так надоело это отношение, эти маленькие зарплаты, поэтому mm-hmm. все уезжают. Но сами Дерюгины не хотят брать кого-то чужого себе в школу. Mm-hmm. Поэтому в школе сейчас работает Ирина Ивановна и Альбина Николаевна. И все. И больше никого нет. А что этот... По поводу... Я мысль после верну, а сейчас... как насчет работы на телевидении в качестве спортивного комментатора? Вы, кстати, тоже, по-моему, заканчивали какие-то курсы телевизионные или работали, ну, по крайней мере, посещали какие-то такие вот. Вас приглашают, зовут? Я, в принципе, не заканчивала никакие курсы, я просто прошла курс на интершколе. Угу. После окончания спорта мне было интересно, там было очень много направлений, мне нужна была разрядка. Ну, в принципе, в это я не углублялась, потому что я не знала, чего я хочу. Когда ты не знаешь, чего ты хочешь, это просто кошмар. Поэтому я всего по чуть-чуть чему-то училась, где-то в чем-то развивалась. А спортивным комментатором я бы была бы с удовольствием. Просто на данный момент меня просто приглашали. И просто как не профессионал, а профессионал своего дела, я как могла, что знала, то и рассказывала. Но если... предвидится такая вот возможность, я с удовольствием пойду на какие-то курсы, чтобы правильно и грамотно разговаривать и комментировать, и я бы от этого не отказалась. Но, тем не менее, есть у вас какие-то вообще проекты такие, вот, может быть, вы знаете, что будут показывать художественную гимнастику, поскольку у нас, по-моему, только Кубок Дерюгиных и действительно транслируют, а все остальное оказывается где-то там за кадром. На самом деле, я сама по телевизору ничего не смотрю, я не знаю, когда проходят какие-либо соревнования, мне просто звонят с разных телевизионных программ, вот чаще всего это «Спорт-1», мне звонят и говорят, что вот на этой неделе будут проходить какие-то соревнования, я говорю, о, а кто из наших поедет? Та-та-та, я говорю, о, я даже не знаю, они приглашают, и я уже быстренько ищу, кто же на этих соревнованиях и из других стран, потому что mm-hmm. я у них спрашиваю, девчонкам сразу звоню, и начинаю как бы об этом рассказывать. А вот именно на комментаторстве, когда вы сидите в студии и работаете, то есть так да. было, такой опыт есть? Да, 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 уже, наверное, раза 4. Первый раз, конечно, было очень тяжело, непривычно, эти наушники, ты слышишь себя, слышишь человека, который сидит рядом, слышишь музыку, и она настолько сбивает, особенно когда ты к этому не привык. В общем, очень часто теряешь мысль, потому что ты слышишь разные звуки, в общем, сидишь такой, а? Мне кажется, когда уходишь на ковер, наоборот, вот, теряются все мысли. Это же разные сферы совершенно. Ты привык, ты там 13 лет, 17 стрелял, ты в этой сфере крутишься, а тут совсем все по-другому. Это новое, это новый шаг, и ты этого ничего не знаешь. Новые ощущения, и поэтому оно немножко теряется. А когда, вот, вы говорите, на 13 лет, когда пришли, вообще, кто привел за ручку? Я пришла, мне было 7 лет. Сейчас дети приходят в 3, вот даже мне звонили знакомые, можно девочку дать 2,5 года? Я такая, ну, боже, но опыт с тремя, ну, с трехлетней девочкой был, ну, 2,5 года, это ж совсем, совсем малютка, господи, что же с ней делать, она же совсем маленькая, она же без мамы не сможет. И в гимнастику меня привел папа, я очень хорошо помню, потому что я вообще мало что помню на самом деле, на этот момент хорошо, потому что рядом с садиком находилось 2 школы, и до этого я походила на танцы, наверное, неделю. Мне не понравилось, я оттуда ушла. И воспитательница была в шоке от меня, что я творила в садике, что никому не давала спать. И она вот предложила там моим родителям, что вот идет набор гимнастики, попробуйте ее туда. И вот я пошла.
было очень много человек, наверное, там за 100. Вот я помню этот набор, думаю, боже, где же найти такое количество детей сейчас? И мы проходили по кругу, нам сказали просто, вот просто ходить. И просто тренеры отсеивали сразу же 10-20 человек, и я просто осталась. И я была, в принципе, не маленькая, но поздновато пришла, но потом всех своих уже соперниц я потом их догнала, потому что вот мне настолько это все понравилось, что я вот работая, потянулась к тем, кто уже там 2-3 года занимался. У вас вообще так энергично это славитесь, наверное, вот этим. А, кстати, вот 7 лет тогда в школу гимнастики пошли, и тут обычная школа. Вот как выбор-то стоял? Как сделали его в гимнастику? Тогда, когда я не была еще в школе Дюркин, со школой не было никаких проблем, потому что гимнастика была после школы, а моя школа находилась в той же школе, где я гимнастикой занималась. Зал был рядышком, поэтому гимнастика начиналась в 5 вечера, как раз после учебы, да. А когда я уже пришла в школу Дерюгина, я помню, как я ходила в школу, мама встречала меня возле дома, меняла рюкзаки, и Наташа бежала уже в школу Дерюгиных на 3 часа или на 4 у меня была тренировка. А уже со временем, когда я уже стала старше и попала в сборную, тогда я уже перевелась в спортинтернат, который находится на Лесном. И тогда там я уже заканчивала школу, потому что совмещать было нереально. Нормальную школу и гимнастику, потому что две тренировки и где школу находить. А во сколько лет вы уже попали в сборную? В сборную попала в 14, в Дрюгина попала в 11. А вас отбирали именно вот Альбина Николаевна, или кто вас увидел, кто вас пригласил? Был чемпионат города Киева, и после него как раз просто пришли под конец года смотреть гимнасток. Вот даже очень часто сейчас привозят разных малышей и на них смотрят. Если она подходит через какое-то время, они их оставляют. Если нет, она уезжает домой. Вот то же самое у нас было. У нас пришло человек 6, и из них оставили, по-моему, человека 4. Из этих 4 человек осталась одна я. Все эти дети уже давным-давно либо разъезжались, или имеют по двое детей, а я до сих пор еще играю с предметами на площадке. Ну, жалости нет никакой? Нет, как бы не было тяжело, сколько бы не было травм и затраченных нервов, но ни одной секунды я не жалею, что я вот провела столько лет в гимнастике. А вот тут у нас вопрос. Олимпиаду лондонскую не хотели бы выиграть? Не стремитесь сейчас еще на одну Олимпиаду? На еще одну Олимпиаду я не стремлюсь, у меня нет таких целей. Но, знаете, если бы мне кто-то подарил $1 000 000, то я думаю, с удовольствием бы я спокойно выиграла Олимпийские игры. Откуда такие заявления, думаете, что... Ага, потому что у нас очень нечестный вид спорта, и у нас все куплено, но это все знают, и просто мало кто об этом говорит вот так напрямую, но так оно и есть. То есть вы предсказываете, России пойдет на Лондонской Олимпиаде? Естественно. Первое, второе место будет Россия. Третье, четвертое, это, я думаю, будет Азербайджан и Беларусь. Вот кто-то из них. А думаете, наши девочки не смогут потянуть? Буду надеяться, но на данный момент, видя результаты теперешние, сегодняшние, то пока говорю так. Но надеюсь, что наши в десятку попадут. Тоже. Наташа, с кем из спортсменов вы дружите? Из сферы гимнастики или... Ну, давайте в общем. Ну, в общем, я общаюсь с, с пловцами общаюсь с тяжелой атлетикой, вот с Александром Крикуном я хорошо общаюсь, вот. И больше так, наверное, из спортсменов ни с кем. Потому что ничего особо не связывает, потому что мы сидим все время в одном месте, мы нигде не состыкуемся с кем-то еще. Mm-hmm. Потому что если спортивники, они в Кончизаспе, и там много борьбы и очень много общения. А мы вот от мира оторваны, и мы только гимнастика. Мы можем только встречаться с кем-то на универсиадах или на олимпиадах, там вот мы и знакомимся. А если уже из гимнастики, есть какие-то близкие очень люди по гимнастике? Я общаюсь очень близко с Гараевой и с Ризенсом, с Зай. Наташ, почему при школе Дерюгиных отсутствует средняя школа? Ведь многие, кто приезжает в Киев из других городов, со школы заканчивают, а это девочки 13 лет. Например, в балетной школе Киева средняя школа присутствует. Как вы с этим боролись, какое у вас образование? Образование у меня высшее.
А в школе Дерюбиных дети сейчас есть, которые и в 10 лет приезжают. Поэтому я считаю, что средняя школа есть, и все начинают, ну вот, с такого возраста именно в школе Дерюбиных. Поэтому, ну, как бы, у нас не берут детей с 7-6 лет, но с 12, с 11 у нас берут, поэтому такое существует. Наташа, будьте всегда красивы, успехов на соревнованиях. Вы нам очень нравится. Вот и Саша, и Дима вам передают большой. Да, и телефончик кто-то там, по-моему, даже оставил. И просят обязательно, да. А, Наташа, вы сами придумываете себе композиции, выбираете стиль? Композиция составляет Ирина Ивановна Дерюгина. Она меня спрашивает, как у меня лежит душа, что я хочу, какую хочу музыку. И если ей рассказывать то, что я хочу, мы можем где-то сойтись с своими сомнениями. А когда я говорю, я не знаю, что я хочу, смотрите сами. Просто я не вижу, что. И ей немножко тогда тяжелее, потому что она должна, ну, как бы смотреть, наблюдать за мной, чувствовать. Потому что, ну, постановка и составление упражнений – это очень сложный вариант. Можно не угадать, и упражнение может на целый год просто не пойти. Ну, это будет минус. Поэтому это очень сложный процесс, и очень долго выбирается музыка. Или очень быстро и ставится упражнение, иногда может затянуться на месяц, на два. Но тем не менее, вот у вас такой свой определенный стиль выработался. Это все-таки вы даете этот такой вот, ну, посыл, да, что такая более энергетическая, что ли, такая музыка? Или это все-таки вот был такой вот, вам дали такой образ, и вы дальше вот шли с ним? Конечно же, это посыл мой. Но его же нужно было как-то создать, поэтому, смотря на меня, какая я есть, Дерюбина создала вот такой вот стиль мой, уже выработавшийся. А кто костюмы вам шьет? Это тоже все, этим всем занимается Ирина Ивановна. Она, у нас есть художница, которая приходит, просто смотрит, она рисует. Угу. Потом у нас есть портниха, она приходит и смотрит на эти эскизы, потому что там эскизов очень много. А художница может рисовать штук 10, из этих 10 рисунков, может быть, Ирина Ивановна придумает отсюда какой-то лепесточек, отсюда какую-то линию, и тогда уже начинает шить. Потом очень много примеров, потому что может купальник очень испортить гимнастку, просто, грубо говоря, изуродовать. Поэтому на ней смотрят, и все линии делают так, чтобы ее удлинить, еще утончить. Вы цвет волос поменяли, вот вы были всегда такая яркая, да? Почему, с чем связано? Ну, потому что мне постоянно нужно менять, мне нужно что-то с собой делать, я не могу вот быть все время одинаково. Поэтому мне настолько уже надоел этот же цвет, я решила и подстричься, и покраситься, но не факт, что я еще не буду рыжей. Такая была ваша визитная карточка. Ну, ничего страшного. Так. Наталья, как вы относитесь к Луганской школе художественной гимнастики? Кого знаете из тренеров, спортсменов? Кого отметите как высоких профессионалов? Вообще, бывали ли в Луганске? И что знаете об этом городе? В Луганске я была, наверное, ну, лет 10 назад. Я Луганск совершенно не помню. Из тренеров я по фамилии никого не назову, потому что я даже спрашивала у наших девчонок, а они мне сами не сказали, но я считаю, что есть очень хорошая и перспективная девочка, это Виктория Мазур, которая очень трудолюбивая, и я надеюсь, что все-таки возможно, если она будет трудиться, то на Олимпиаду она даже поедет. А на Олимпиаду едет вот сборная в количестве скольки человек? Двух. Но чтобы поехала две гимнастки на чемпионате мира, который будет в этом году, он очень ответственный. И тут нужно заработать две лицензии. Это двум девочкам нужно попасть, по-моему, в двадцатку. Mm-hmm. Если девочка не попадает в второй номер в двадцатку, а будет 21-я, допустим, то, то лицензия будет одна на Олимпиаду, и поедет только лишь одна гимнастка. А у нас претендентка главная кто? У нас, ну, на данный момент это Максименко и Резединова. То есть Резединова может и не попасть, по-моему? Может и не попасть. Ух, мамочки. Так, хотели бы вы сниматься в кино? Ну, я, знаете, я об этом никогда не думала, но я сталкивалась с тем, как снимают фильмы, и я понимаю, что
Но это достаточно сложно, потому что когда ты играешь, перед тобой бегают 10 камер, сидят очень много людей, и тебе нужно быть настолько раскрытой и вот так вот легко, что когда я это увидела, думаю, о господи, мои выступления на ковре, это вообще ничего не стоит по сравнению с тем, когда снимают эти фильмы. Просто всему нужно учиться. Даже если у меня есть желание, ты не всегда можешь справиться с тем количеством людей, которые будут на тебе, ну, сидеть и смотреть на тебя, или быть со светом, со звуком где-то, ты можешь потеряться. Поэтому хотеть не вредно, но нужно всему учиться. А предлагали вообще? Были предложения? Нет. Будут. Но тебе было предложение, вот вы в передаче, да, «Бум» была у вас. Туда легко согласились пойти? Мне позвонил Бенкендорф и вот предложил. Я такая думаю, ну я сразу же внутри себя согласилась, но даже не видя и не зная, что там будет происходить. Но потом, когда я посмотрела в интернете, что это, да, куда же я поеду? Ну ладно, ну и вот так вот и поехала. Ну практически сразу же было соглашение, потому что это интересно, это новое знакомство, это что-то новое, это Аргентина, я там не была, это там тепло, у нас зима, надо быстренько туда и рулить. Ну, в общем, так и получилось. А не страшно было, и профессиональный спортсмен, вот такие травмы возможные, были еще травмы, да, на проекте? Да, еще и в нашей команде парень сломал себе бедро. Но это, и я как раз еще за ним бежала и участвовала дальше. Это было, конечно, не весело, но нужно всегда думать о хорошем, надеяться о хорошем. И плюс у меня не было страха, даже если я где-то что-то себе сломаю или подверну, потому что я уже большим спортом не занималась. Mm-hmm. Поэтому такой мысли даже не было. А вы будете выступать в этом году, спрашиваю? Это сложный вопрос, потому что я возвращалась в спорт только ради чемпионата мира. И у нас как бы был договор устный, не письменный, но вот я выполнила, мной были довольны. Как Ирина Ивановна говорит, Ирина Ивановна хочет, чтобы я продолжала этот год, но я еще не приняла решение, буду ли я выступать. А показательно будет в этом году, кстати, Кубок Дерюгина? Да, но он, по-моему, переносится и будет немножечко позже, потому что Дворец спорта сейчас на ремонте. Ну, вы планируете, вот именно как вот Аня, наверное, заканчивала до Бессонова, был такой вот торжественный момент, когда все знали, что да, сегодня вот Бессонова заканчивает карьеру. Будет это, у вас такое? Поймите, как бы это две разных спортсменки, два разных отношения, смотря кто как расходится с тренером, поэтому я ничего об этом сказать не могу, будет ли прощание или нет. Хотя я предлагала Ирине Ивановне после чемпионата мира в следующем году уже в этом сделать мне прощание. Но так как она хочет, чтобы я еще выступала год и им помогала, с большой для меня мотивацией, но я пока не знаю. Ну вот говорите, кто как раз сходится с тренером, у вас какие-то напряженные отношения с тренером? Ну поймите, тренер никогда не отпускает гимнастку, на самом деле. Сколько бы ей ни было лет, она все равно хотят, чтобы она продолжала выступать. Точно так же было со Скалдиной и Тимошенко, когда они закончили выступать на Олимпиаде, их просили выступать дальше, они просто две смылись со страны, их не могли найти, где они и что они. Потому что их не отпускали, оставаться они не хотели. А по-хорошему, если ты уходишь по-хорошему, то ты должен оставаться в этой школе, в этом зале. И тогда отношение к тебе будет великолепное, как вот с одной гимнасткой. Вы всегда очень оригинальны, не хотели бы поменять стереотипы в гимнастике, может быть, изменить правила? Что бы действительно поменяли бы? Я бы убрала бы половину элементов из наших упражнений, и чтобы было больше возможности ставить каких-нибудь танцевальных элементов, больше рисков, потому что из-за того, что нужно сделать определенное количество элементов, ты постоянно ничего не успеваешь, ты делаешь только эти элементы и думаешь, как бы их, ну, сделать так, чтобы их засчитали. А так как больше ни на что не остается времени показать, что ты умеешь еще, получается, что упражнение становится немножко неинтересным. А то, что вот убирают, да, предметы, скакалку, да, убрали из выборных соревнований, это правильно или нет? Ну, я не могу сказать, правильно это или нет, но для телевидения она неинтересна, эта скакалка. Очень часто на соревнованиях мы приезжали, и выступаешь, должна начать выступать скакалка, вручь мяч, булавы, лента или там, неважно.
Но на многих соревнованиях ты начинаешь с обруча и заканчиваешь скакалкой, чтобы телевидение, которое же ждет, когда гимнастки будут выступать, чтобы они скакалку не снимали, а снимали, ну, на последний вид, они уже в это время собираются уезжать. Но на самом деле, ну, скакалка очень нужна, потому что в ней всегда было очень много прыжков, а сейчас прыжков с каждым днем все меньше, 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 гимнастки все меньше, меньше прыгают, и это меньше выносливости, и, не знаю, но все гимнастки очень рады, что скакалки нет. А ваш какой был любимый предмет? Ну, на самом деле, все считают ленточка, но я не могу сказать, какой у меня любимый предмет. Я люблю все свои предметы. И это еще очень много зависит от постановки упражнений, от музыки. Ты можешь обожать упражнение с лентой свое, но выходить оно у тебя будет нестабильно. Ты можешь любить упражнение с мячом свое, но ты его не любишь тренировать. Ну, как бы есть свои какие-то пунктики, которые вот оно все взаимосвязано. Почему Делюгин отдает предпочтение высоким фактурным гимнасткам? Ниже какого роста на международной арене нечего делать? На самом деле, почему так? Потому что чем гимнастка выше, стройнее, она на площадке смотрится лучше и красивее. Поэтому вот таких всегда и подбирали. Но, наверное, я, наверное, самая первая из тех, которых выбилась, потому что я невысокого роста, мне там 1,168 м. А у нас сейчас вот Шинкаренко, она 94-го года, и она 174. Она очень высокая, у нее, она очень красивая, у нее, ну, данные безумные. Поэтому Пичева была... Ну, почти на голову ниже меня. Гараева на полголовы выше, ниже меня. Кабаева ниже была меня. Чайчина ниже была меня. Это только стереотип у нас такой. Но на площадке, когда выступаем, никто бы не сказал, что Печева такая маленькая. Но в жизни, когда ты увидишь, то она очень маленькая. Это стереотип именно Украины такой. Ну, а как все-таки маленьким или высоким, чтобы ты говорил? Нужно быть средним. Потому что когда ты очень высокая, тебе тяжело, потому что руки, ноги длинные, и тебе очень тяжело работать. А когда ты маленькая, ты можешь не просмотреться. Поэтому тебе нужно поучиться среднего роста. А какой у вас авто? Спрашивает анонимный человек. А чтобы вы решили, что оно не вообще есть. А не дарили ли вам когда? Или это я ошибаюсь на... Кубки Делюгина. Да, дарили, Nissan Micra. И вы ездите? На данный момент, да. Сами за рулем или бывает, то есть, или водитель? Нет, очень часто мой молодой человек за рулем. А вы вообще не боитесь? Вот лихачите, вот такая вот энергетическая? Лихачу. Да. А так, каким видом спорта интересуетесь, кроме гимнастики? Я люблю очень фигурное катание. И это не вид спорта, но я люблю очень балет смотреть. А никогда не хотели поменять гимнастику, допустим, на фигурное катание? И так как я стою на коньках, то это позорище. Это просто, я даже не представляю, как там что-то можно делать, потому что катаясь на коньках, ну, я, как я говорю, поза, я даже одну ножку не могу оторвать, потому что я могу упасть. А мне говорят, у вас же такая устойчивость. Я говорю, извините, устойчивость на полу и устойчивость на коньках и на льду – это разные вещи. А вам, кстати, никогда не предлагали какие-нибудь танцевальные проекты, фигурное катание? Вот, как видите, не предлагали, я бы согласилась. Согласились бы, да? Танцевать хочется, ну, именно не в гимнастике, а... Ну, нужно что-то менять, нужно что-то пробовать, но как бы в нашей стране существует только одна гимнастка. Поэтому немножечко так по-другому. Так, для чего нужны были скандальные фотосессии эротического содержания? Вы любите пиариться или вам не хватает внимания публики? Первое. Внимание публики, она мне только мешает, она мне не нужна, потому что ты от этого всего очень устаешь. Во-вторых, увидев эту статью, на самом деле кто-то из моих страничек в социальных сетях просто эти фотографии скопировал и сделали такую неприятную статью. Хотя статья и написана там очень замечательно и очень приличные, как я считаю, для меня фотографии. А кто не понимает искусство и не понимает, что я пыталась выразить, то это уже их не проблема. А сейчас, кстати, общаюсь про страничку в социальных сетях.
Есть ли вот, да, ВКонтакте, в Одноклассниках интересный этот вопрос всем? И как часто вы общаетесь там? ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке я везде есть. Но у меня очень много клонов, поэтому меня очень найти тяжело. Даже если с кем-то мне нужно состыковаться ВКонтакте, я им говорю, найдите меня. Он говорит, а мы уже нашли, мы же уже у тебя. Я говорю, нет, говорю, вы не у меня, говорю. Я же вас предупреждала, у меня там, допустим, такая же фотография, хотя в этот же день у меня может кто-то с моей главной фотографии ее скопировать и поставить себе. Поэтому меня найти как бы достаточно сложно. У меня ВКонтакте штук 10 точно есть. Поэтому я сама. Ко мне в друзья напрашивалась Наталья Годунков. Поэтому сам понял. А художественная гимнастика, как известно, очень трудоемкий вид спорта. Ведущие гимнастки ежедневно проводят в зале по 8, а то и больше часов. Сколько времени в день сейчас тренируетесь вы и не устали ли за годы карьеры от таких нагрузок? Ну, на самом деле... Когда я начинала тренироваться, мы действительно, ну я тогда тренировалась, мы тренировались с 8 до 8, и в обед был перерыв в час. Я не представляю, как это вообще можно было все выдерживать. На данный момент, когда я готовилась к чемпионату мира, я тренировалась максимум 4 часа в день. И за короткий срок я успела войти в форму после двухлетнего перерыва, составить мне новые упражнения и быть в приличной форме. Поэтому в данный момент при подготовке я тренировалась 4 часа, а то и меньше. Безоговорочный лидер, по крайней мере, так считают судьи мировой гимнастики сегодня, россиянка Евгения Канаева. Ирина Винер когда-то сказала, что разница между Канаевой и Кабаевой лишь в одной букве. А как считаете вы, похожи ли гимнастические стили этих гимнасток? Они абсолютно разные, совершенно разные. Кабаева в своем несла художественную гимнастику, Канаева сейчас вкладывает свое. Поэтому для меня это совершенно разные гимнастики. А сколько новых упражнений вы готовите к следующему сезону и на какую музыку? Это сложный ответ, вопрос, и пока я не могу дать на него ответ. Вы пока не решили готовить к следующему сезону вообще. Простым зрителям из всех ваших предыдущих программ больше всего, пожалуй, полюбилась и запомнилась ваша композиция с лентой на музыку Поля Шмеля. А какое свое упражнение вы любите больше всего? Я все люблю, не знаю, нет у меня любимого. Сегодня, допустим, в зале холодно, и я безумно, ну, я люблю булавы, допустим. Но так как в зале холодно, булавы холодные, и ты холодный, и ты не можешь взять булавы, потому что если ты один раз их бросишь, и они тебя так ударят по пальцам, что ты их просто возненавидишь. Поэтому, ну, вот, вот это стоит по обстоятельствам. А помните свое первое упражнение, когда маленькое, щепущу? На самом деле, ну, я очень тяжело все вспоминаю, и я не помню даже упражнения, те, которые были в 2008 году, и когда мне Ирина Ивановна говорит, ну, выучи малышей своим упражнением. Я говорю, да пускай в Ютубе посмотрю. Я говорю, я не помню, ну, как ты не помнишь? Я говорю, вот так, потому что для меня это время прошло, и все, я отрезаю. Вот я настолько этого научилась отрезать, что я вот просто не помню. Я даже не помню свою уже подготовку к чемпионату мира. Как мне было тяжело, это я вспоминала только недавно. И как мне это все давалось. Я просто это все трезво, я забыла. Неужели я вообще возвращалась в спорт, вообще неужели я тренировалась? Вот у меня, ну, все отрезается. А вообще, вы, да, допустим, в обычной жизни тоже так вот легко расстаетесь со всем, что вам кажется, что сейчас не нужно? Есть моменты, с которыми нужно бороться, с которыми не сразу нужно все отрезать, нужно пройти время. А есть моменты, когда ты просто понимаешь, что или этого человека надо в своей жизни отрезать, или насовсем, или хотя бы как сложится дальше обстоятельства. Ну, я мало что вот так вот беру и резко обрезаю, ну вот, в жизни, потому что в жизни, наоборот, нужно... брать, а не отрезать. Вы вообще конфликтный человек или наоборот? Наверное, вопрос не вам. Нужно отрисовать. Ну, люблю поскандалить. Тарелки бьете? Или нет? Или все-таки все очень культурно скандалите? Нет, я настолько скандалю, что из-за меня потом кто-то другой бьет тарелки. Так, как гимнастки, вернемся к гимнастике. Как гимнастки сборной Максименко, Резнинова и другие отнеслись к вашему решению вернуться в большой спорт? Какие у вас с ними отношения сейчас? Могу сказать, что
Максименко, Мазо, ну, отнеслись ко мне очень положительно, никаких не было вообще, ну, я не замечала минусов и какого-то негатива. Но один был неприятный инцидент, это с резидинами. Когда я только начинала готовиться на чемпионат мира, и Ирина Ивановна составляла мне упражнения. И нужно было выпустить обруч, я очень хорошо помню, и под ним сделать определенное количество прыжков. На тот момент я не могла выполнять прыжки, потому что мне еще как бы и нельзя было, еще и болела нога. Ирина Ивановна попросила Резадинову: «Аня, покажи». Аня с таким лицом взяла, показала в полсилы. Я говорю: «Аня, я могу в полсилы сама сделать, мне нужно прыгнуть, ну потому что я не могу. Смогу ли я это сделать?» А посмотрев на нее, я смогу понять, если она там почти словила или по скорости. Она развернулась и ушла на вторую площадку и не стала дальше продолжать, даже мне показывать. Я навязала, сказала: «Спасибо, Аня Резадинова», и все. Это было очень неприятно, потому что девочка на 9 лет младше меня. Это, я считаю, безумное неуважение. Непонятно почему. Но я не стала ей грубить, ей говорить гадости, хотя мне было очень обидно, и она была не права на 100%. Ну вот, вот такой был инцидент. Ирина Ивановна ничего ей не сказала. Насколько я знаю, Альбина Николаевна потом звонила ее маме, Оксане Валерьевне Резадиновой, и давала уже втыком, как она так поступила. И Аня через какое-то определенное время мне звонила и передо мной извинялась. Я говорю: не надо извиняться, просто не нужно таких вещей делать. Я тебе ничего плохого не сделала и не собираюсь. Вот есть вот именно как бы девочки, какие-то какое-то недовольство, что какие-то индивидуальные беседы тренеры ведут, или это все-таки вот такая вот, знаете, в группе, и все это все оставляется так вот на показ? Ну вот эта ситуация была на показ, потому что это происходило в зале, была рабочая обстановка. Но вот такие моменты Альбина Николаевна очень умеет красиво с них уйти, чтобы никто этого не видел, и уже где-то у себя в комнатке она будет разговаривать с ней или с ее родителями, чтобы об этом никто не знал. За годы спортивной карьеры у вас было множество соревновательных костюмов. Был ли среди них самый любимый? И что вы делаете со старыми костюмами? Продаете, дарите, отдаете молодым гимнасткам? Возможно, ваши костюмы продавались на каких-то благотворительных аукционах? Ну, так как все купальники мне шьет сама Ирина Вандерюгина, она за них платит, она, ну, это ее. И поэтому я потом все купальники отдаю, а она их уже оставляет или передает кому-то младшим, кому уже купальник подаем, ну, подойдет. Вот у меня вот так. Неужто у вас не осталось ни одного самого-самого любимого? Нет, потому что, ну, я не знаю, у меня нет такого вот прям настолько он любимый, чтобы я там просила Ирина Ивановна его или купить, или подарить. У меня нет вот такой вот привязанности, любви вот к купальникам. А к вещам вообще каким-то привязанности, что-то коллекционируете, возможно? Ну, сейчас я уже стала то, что я коллекционировала, раздавать. Я с 2004 года безумно полюбила Спанч Боба. Как это не смешно. Но у меня, я не знаю, если бы я их не покупала, то, возможно, бы можно было купить еще одну машину. Потому что то, что я увидела дома, сколько их всего и какие их хочешь, и плюс тогда их в Украине не было, и все покупалось за границей, а там маленький Спанч Боб стоил по 50 евро, к примеру. Они говорят, что там у меня большие. То сейчас я просто в шоке. Зачем? Я говорю: «Мам, зачем я это покупала?» Мама говорит: «Ну ты же еще ребенком была, хотя мне там было лет 20, но потому что мы все время сидели в зале, и считайте, что мне лет 13». Он говорит: «Ну это что, плохо?» И сейчас я эти все Спанч Бобы раздаю и всем их дарю. Но еще я собираю маленькие машинки и мини-куперы. У меня даже есть машинка с пультом управления, так что я детство свое начинаю сейчас, да, продлевать. А по поводу благотворительных аукционов тоже не пытались что-то такое, вот медали продавать или что-то? Недавно детский дом звонил Нагорнов, говорит: если у тебя есть игрушки. Я говорю: игрушки, вещи, говорю, все что угодно, говорю. И 4 кулька игрушек с вещами я просто туда их отдала. Кстати, вот по поводу, да, медали, вот некоторые их продают, либо свои медали продают именно на аукционах, да, чтобы то так же, или вы, если вы не расстаетесь со своими наградами, своими медалями? Если будет аукцион, с удовольствием их все попродаю. Что уж так, неужто ни одной бы вот и не оставили? Они, знаете, они настолько спрятаны все, что я даже не знаю, как они все выглядят, ну и какие они. Я вот только никогда бы не продала, это приз с Кубка Дерюгина и вот эти статуэтки. У меня дома они стоят на видном месте, эти две статуэтки. Там 26 килограмм медали, чтобы представляли.
А по количеству это сколько? А, знаете, есть типа примета такая, не считать. Ну, я только думаю, да их столько считать, 26 килограмм просчитать. Ну, просто я как-то дома всех перебирала, я сложила украинские медали, европейские, там, с чемпионата мира, плюс еще куча разных коробочек вали. Ну, в общем, вот такая перемешка, я просто их так, знаете, на узелок посвязывала и в кулечку засунула. И было ли место, куда это все положить? Но они как бы, они же маленькие, просто не тяжелые. И кулек, который, говорю, мам, где мои медали? Она, посмотри, вот там где-то у тебя в диване. Я, дай бог их поднять. Господи, им как-то попросили на съемку медали. Так я их еле из дома выволкла. Они такие тяжелые. Ну, в общем, они больше весят, чем они по объему занимают место. Вот уголок славы Натальи Гудунко, неужто не хочется сделать вот так, чтобы потом через годы и годы показывать вот детки, внучки? Нет, ну вот когда будут детки и внучки, тогда, возможно, где-то в какой-то подсобочке я сделаю уголок. Наташа, в якій країні ти б хотіла мешкати, крім України, і чи плануєш спробувати собою як акторки кіно, знову ж таки? Ну, мне очень нравится Европа, я с удовольствием бы жила, наверное, в Италии или в Испании. И я достаточно люблю Америку. Как часто вообще удается? Ну, в Европе очень часто. Ну вот, я в Италии была, наверное, раз 30 за свою жизнь. А вот в Америке я была давно, была возможность поехать сейчас, но я сделала все, чтобы туда не поехать. Вот, но это не проблема. Я думаю, если будет огромное желание, то со временем можно найти себя и в другой стране. А, кстати, вас зовут вот в другие страны как тренера уже? Вот я скоро должна поехать в Амстердам, меня зовут туда на неделю. Вот я вот первый раз буду сама делать визу. Как это не смешно, но потому что за нас всегда все делали. Mm-hmm. И сейчас, боже, какие же нужны документы, куда идти. Там же, ну, в общем, это немножко непривычно и так как-то кажется, боже, я же ничего не имею. А имя Натальи Гудунко не помогает? Нет, потому что всем до спорта, особенно в художественной гимнастике, всем... А в олимпийский год-то не всем, у нас так все получается, что огромное внимание сразу приковывается. В олимпийский год помогло только, когда я нарушила за рулем, и я ехала тогда с кортов теннисных, и после тренировки у меня была мокрая голова, я просто не пропустила машину, и мне палочка. И такая, я говорю, ну я типа я готовлюсь на Олимпиаду. Так Олимпиада уже началась. Я говорю, это просто художественная гимнастика, мы позже выступаем, мы позже летим. Да, я говорю, да, там открыточку свою покажу или еще что-нибудь, автограф дам. И тогда меня отпускают. Ну вот только вот так. Вы очень часто нарушаете? Ну, очень часто нарушаю это скорость, ну, на самом деле. Когда я очень часто ездила в Кончу, ну, я там с малышами работала, mm-hmm. то меня постоянно останавливали. Я уже просто не знала, как выкручиваться, что говорить. То какие-то документы отправляю, меня вот просто спешу, мне очень нужно. Ну, в общем, приходилось придумывать разные истории. Но на самом деле так не нарушаю, потому что, ну, думаю, зачем мне тратить определенное количество денег, если лучше я проеду здесь правильно и потеряю какие-то 3-4 минуты, но зато я не создам ту аварийную ситуацию, и в кошельке останутся мои деньги. А на улицах узнают вас? Бывают моменты, но не часто, и вообще я иногда, когда меня спрашивают, я говорю, вы ошиблись? Потому что, ну, на самом деле, я не люблю. Я не люблю внимания, я не люблю раздавать автографы. Вот у меня, вот я не знаю. Если кто-то считает, что из-за каких-то фотографий, которые я выкладываю, что мне не хватает внимания. Мне внимания достаточно. Мне хватает внимания моего молодого человека, и больше я ни в ком не нуждаюсь. Поэтому. Так, считаете ли вы нормальной ситуацию, когда ведущая гимнастка Украины Максименко на международных соревнованиях в прошлом году дважды в одном выступлении потеряла предмет? Что уж говорить об остальных гимнастках, троеточие. Конечно, это для Алины большой минус, так как она первый номер, она должна стараться выступать всегда как можно лучше, как можно чище. Но она же не робот, она же человек. Возможно, что-то ей помешало, возможно, у нее не было настроения, возможно, просто у нее не получилось. Поэтому я считаю, что все бывает в жизни. А вот как вы настраивались перед выступлением какими-то ответственными? Были ли какие-то ритуалы, может быть, суеверия? У меня особо никаких ритуалов не было. Ритуал — это работать в зале и потом просто выступать.
А суеверие было только в том, чтобы перед соревнованиями не мыть мяч, даже если он куда-то упадет и будет грязным, лучше его протереть, потому что я на своем опыте проверяла 5-7 раз, я его мыла перед соревнованиями, и все время соревнования теряла. И потом мне это надоело, и я решила, лучше его не буду мыть. И то же самое с булавами, лучше их не перематывать, вот, какую-то изоленту. Потому что, как сейчас помню, у меня лейкопластырь на шариках булав, но уже стал липкий. Наташа решила их перемотать именно перед выступлением, а не за 2 недели. И мне Бессонова говорит, ну не перематывай, ну потерпи, там присыпкой посыпи, чтобы лейкопластырь не лип. Там перемотай. И на чемпионате Европы я теряю булаву ни на чем. И после этого я думаю, ладно, не буду. Ну вот так вот, есть. С чем связано, что на чемпионатах Украины по юниоркам кандидаты мастера спорта, да и, наверное, по мастерам, не вывешивают протоколы, а спортсменки и их родители ищут информацию в интернете? Как вы с этим боролись? Я считаю, что это действительно неправильно. Оценки и протоколы должны вывешиваться, чтобы их родители и дети видели свои результаты. Просто это... вина даже не тренера, а кто занимается, кому было сказано этим заниматься, и просто или не успевают, потому что на чемпионатах Украины соревнования начинаются с 8 и заканчиваются в 12 ночи, и потом люди уже такие уставшие, что просто они не в состоянии это все делать. Но я считаю, что это минус, ну как бы нельзя так делать, потому что все должны знать свой результат. На мировой арене же нету такого, вывешивают тебе оценку и на табло, и протоколы сразу же есть, и ты смотришь. А так можно подумать, ага, если не вывешивают и если не пишут, значит, что-то там можно и приписать или еще что-нибудь сделать. А вы бы не хотели сейчас судить? Судить? Мне Ирина Ивановна еще 2 года назад просила, чтобы я сдавала курсы судейства, но я настолько это не люблю, я настолько знаю, насколько там все несправедливо и насколько там один негатив среди этих судей, то лучше туда не попадать, чтобы меня где-то с моим характером, когда буду стоять за своих, меня где-то не зарезали. Ну, а может быть, наоборот, ты отстоишь своих? А если отстаивать своих на мировой арене в качестве судьи, так как я буду одна за наших, то меня очень быстро дисквалифицируют, а я этого не хочу. В этом году мой ребенок должен поехать в Киев в школу Дерюгина. Скажите, пожалуйста, сборникам молодым выдают полупальцы или дети из сборной покупать должны сами? И вас после какого результата стали экипировать? Первое, ну это полутапочки. Полутапочки я и сейчас покупаю сама. Всю свою спортивную форму покупаю сама. Предметы мы все покупаем сами. Купальники шьются только тем детям и гимнасткам, которые выступают на мировой арене, все остальные все покупают сами. И экипировать стали, первый выезд был это на чемпионат Европы, по-моему, в 2001 году, и вот тогда нас просто экипировали и давали нам форму. А так вот, чтобы выдавать тем детям, которые не едут ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, никто ничего выдавать не будет. Это не та страна. А какую сумму минимально нужно вложить, да, в ребенка, чтобы, ну, просто чтобы он пошел в зал и стал тренироваться, начал работать? Если это маленький, ну и маленький ребенок, это не такие же большие деньги купить купальничек, колготочки и полутапочки. Это, ну, это копейки. Люди пускай посмотрят в магазинах, это, ну, это нормальные суммы. Им же ж не говорят сразу же шить купальник, который будет стоить 1000 евро. Нет, это никому не нужно. У вас были столь дорогие купальники? Они все почти дорогие вот в таких количествах, потому что камни Сваровские, они очень дорогие, их очень много. Угу. Поэтому из-за камней купальник становится таким дорогим. Тем более бы его продать где-нибудь на аукционе, было бы, наверное, здорово. Как вы относитесь к современной деятельности кабаевой? Ну... я в восторге от нее на самом деле, потому что после окончания спорта потом себя найти, и не каждый может найти. Понятно, что ей помогли, и ее кое-куда просто втолкнули, но я считаю, что она достойна, и сейчас она ведет многие дела и многие социальные проблемы решает. Но я считаю, она пошли молодец. В политику депутата. В политику я бы не пошла. Я этим не интересуюсь, мне это не интересно совершенно. А вот если сейчас выбирать какую-то деятельность, или вы все-таки ищете себя, вот куда, что ближе всего?
Ну, конечно, ближе всего гимнастика. Но из гимнастики можно выйти куда-нибудь и в танцы, и куда-нибудь еще в другую деятельность. Не знаю. Я еще вот не знаю. Реально не знаю. Еще в поиске. Детей надо своих уже заводить. Вот это заниматься своими детьми. И себя-то можно найти. А вот тут сказать, какой тип мужчин вам нравится? Ваше любимое блюдо и напиток, как можно вас встретить? Тип мужчины тот, с которым живу я сейчас. Можно меня встретить на улице, в кинотеатре, в супермаркете, на базаре, на заправке, в некоторых клубах даже, возможно, меня можно встретить. Что мне нравится из напитков, это сухие вина и виски. Из еды я предпочитаю итальянскую кухню и японскую. А вот что вот определенно я люблю, у меня такого нет. А вот после того, как закончили карьеру, не было такого желания покушать все. Ну, так потому я все что поела. Столько. А вот ну, как вы себя держали в форме? Вот как пытались? Вот все это, наверное, такое вот. Ну, на самом деле, после окончания, вот на Олимпиаде я выступала с весом 49. К концу года я уже была 54. И за вот эти два года я все время весила 58. В этом году пришла я в зал, весила 52, на чемпионате мира я выступала 44,5. Как вам это удалось? Это, ну, как бы, с таким весом я, наверное, выступала, когда мне было, ну, лет 18-17, и то на Олимпиаде, я тогда в Афинах весила 43. Мотивация? Что вы думаете делать мотивация? Просто помимо того, что были нагрузки, которых я отвыкла, это лето было очень жаркое, и плюс еще мотивация. И оно все вместе с собой вот в кулачок взялось, и вот так вот получилось, что так похудеть. Сейчас отказываетесь от каких-то там? Нет. Ты не выслушала, может, там наркотических средств? Да, этот вопрос был вычеркнут. Наталья, с возвращением в гимнастику вернется ли рыжий цвет волос? Без этого нельзя никак. В основу поставили в рамки образа, который придумали вам Дерюгины, или блонд, а еще вам ПС, блонд делает вас более нежной и милой. Ну, на самом деле, я была и темненькая, и светленькая, и рыженькая, даже в период, когда я тренировалась постоянно. И просто этот образ нужно поддерживать все время. А экспериментировать со своими волосами я достаточно очень часто люблю. Поэтому, да, наверное, рамки меня ставят, потому что есть образ. Но когда я возвращалась в спорт, я была рыжая. Поэтому мне особо ничего не надо было делать. А не было каких-то вот таких контрактных обязательств, да, что Наталья Бутенко должна быть такой, как бы никак не меняться? Контракта, не, у нас нет контрактов, поэтому, может быть, это и плохо, а может быть, это и хорошо. Вы очень красивая девушка, причем чем вы увлекаетесь свободно от работы времени? Люблю поспать. Свободное время, этот ужасный интернет, он очень сильно затягивает. Вот. Очень часто сижу в интернете, люблю смотреть фильмы. Также с интернетом, потому что дома отсутствует телевизор. И все мы смотрим в интернете. Вот. А как часто вы говорили, встретить можно вас в кино? Как часто ходите? Какие фильмы предпочитаете? В последнее время я стала смотреть очень часто фильмы про войну. Когда я была младше, меня мама всегда говорит, это нет, история, ты должна это знать. Даже если шло что-то по телевизору, я не буду это смотреть. Ну, не то, что я этим пренебрегала, я не могла это смотреть. Но мне было не так, как неинтересно, как-то больно на это смотреть. Сейчас я очень смотрю, я просто, ну, я в шоке от того, что было. Как это все происходило? И вообще, я считаю, что мы просто счастливые люди, когда мы живем вот в таком мире, как сейчас. А книги исторические читаете? Книги я очень много читала книг, когда тренировалась, потому что мы постоянно ездили в гостиницах, а сейчас я или за рулем постоянно, или дома, а дома я очень много читать не могу, у меня очень быстро устают глаза. Поэтому, ну вот, это большой минус, я считаю, что я практически не читаю. Но вот без книг.
А так вот опять-таки интересуется, если вы все-таки завершите карьеру, чем будете заниматься и надолго ли вернулись в спорт? Все мы возвращаемся так же, все туда же. У нас в спорт мы вернулись сначала только для чемпионата мира. Чем буду заниматься? Ну, это вот я открываю студию и буду помимо своей студии, возможно, где-то еще работать, уезжать за границу на какие-то контракты. Возможно, кому-то где-то здесь помогать в каких-то школах. Ну, мастер-классы какие-нибудь планируются? Ну вот я сейчас буду об этом сейчас буду думать и вот разговаривать тот с теми людьми, которые мне смогут помочь. Ну, потому что, знаете, когда есть имя, без раскрутки ты никто. А когда человек, который может раскрутить, но нет имени, тоже ничего. Поэтому нужен человек, который бы мне помог, мое имя, которое я уже заработала, чтобы его в правильное русло направить и с него уже получать то, что я заслуживаю. В принципе, есть такие люди, находятся? Или... Ищем. Найдитесь, пожалуйста. Сделайте свой прогноз, кто из Украины лично пойдет на Олимпиаду 2012 и призер по порядку этой Олимпиады. Ну, призеров мы говорили, что первая Россия.